Уважаемые товарищи, в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции сегодня по всей стране, по всем регионам отмечается праздник 99-й годовщины Красной Армии, нашей Советской Армии и Военно-Морского Флота. С праздником вас, дорогие друзья! Ура! Нам, коммунистам, не стыдно смотреть в глаза гражданам Российской Федерации, потому что великие страницы побед нашей Красной Армии, начиная со дня ее образования, изучают весь мир. А тактика и стратегия ведения боевых действий в Великую Отечественную является настольной книгой армий всех стран мира. По ним учатся. И мы сегодня являемся независимым государством, потому что бережем армию, уважаем армию, делаем все, чтобы военно-промышленный комплекс развивался. Темные страницы лихих 90-х, когда к власти прорвались бездельники, пьяницы и либералы. В это время Компартия Российской Федерации, наши депутаты отстаивали интересы армии, прекрасно понимая, если у нас не будет, мы не будем кормить, содержать и уважать свою армию, то придется кормить чужую. Мы отстояли военно-промышленный комплекс, мы Компартия Российской Федерации. Мы за последние только 5 лет увеличили финансирование из бюджета в Российской Федерации на 35%. Страница темно-черная, когда господин Сердюков, этот торгаш, возглавлял, был министром обороны. Мы сделали все, чтобы его вышвырнуть с этого кресла, и сделали все, чтобы он отвечал за содеянное. И сегодня мы отстаиваем интересы армии. Но если бы нас было большинство в Государственной Думе, нас, Компартии, в законодательных органах, на местах, если бы было правительство народного доверия, если бы президентом Российской Федерации был Геннадий Андреевич Зюганов, сегодня бы армия была бы красной и советской. Я убежден, пройдет немного времени, и Красная Армия, Советская Армия будет конституционной, и знамя будет красным, и на нем будет серп и молот. У нас впереди на выборах местное самоуправление в Москве в сентябре будут выбираться депутаты. С этой трибуны приглашаю вас всех принять участие. У нас есть реальные возможности победить в Москве, во всех районах, выдвинув наших кандидатов от Компартии Российской Федерации, поддержав. Нас Москва поймет, москвичи поддержат. Призываю вас активно принять участие. Этим самым мы поддержим и нашу армию. С праздником! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Ура, товарищи!